Шкаф? Шаман бежит там. Фоне, давай я буду каску кидать. Эту, 8%. А ты монореген. Ну и кому надо там ап. У тебя что, полипауэра нет? Посоветуй, пожалуйста, МП5, если такое дело. Такое дело. То некоторые люди садятся по мане. Имей совесть. Он мне каску дал на 30. Красава. Ладно, Идр, ты красивый уже, да? Цемент. У нас как приставов. Фуни, дай мне 30 минут на кассу. 10%. Все готово. Так я без каски, блин, нафиг мне этот кулак, саны. Здесь сейчас появится. Молния вон там. РБД. Не сбывайся двигаться там. Зайдите. Бить надо их еще раз. Там миликом подведи по столбу, пожалуйста. И больше будет бить. Их же бафает это. Пиздец, я уже усел по мане. Заходите. Умная печаль. Пять навара упало. Вообще пиздец, не говори. Мне, конечно, не надо. Тип только голова. Но все же. Так, мы легких боссов поубиваем в хейме и пойдем этого душить прозрачного, проникать в него, так сказать. Thank you.
Шо, а где на пол? Я вообще с пиробластами кидался. Штук 5 полетело. Потому что в мили-зоне ни одного бафа не было. Конечно. Что его пропускать-то? Да, конечно, без ретрика упал дамаг. А, у него в больницу надо. У него там что-то с легкими, кажется. Дышать сложно, короче. Больно. Главное, чтобы жив здоров был. Не ковид, такое бывает, типа прищемляет легкое, и ты полностью вдохнуть не можешь. У меня было недавно, тоже месяц назад. Или пришлось вызывать. Или он говорит, что у него там с ребром что-то. Не знаю, в общем. И стоять сложно. Типа, если просто вдыхать сложно, тогда это бывает такое, что прищемляет легкое. Это проходит. Так, даже можно без медиков. У меня такое было не раз. А если он говорит, что ему там и стоять сложно, и что-то дышать и все такое, тогда уже лучше сходит пусть. Ну да. Не то что играть. Чё, давай, ты чё? Кто туда идёт, кто сюда? Так, в портал, комнату иду я, Локи, Шаман, Ифони и Балбес. Остальные здесь. Любой из ФДК здесь всю стойку нажмите. На арене. Да и все. Ну я наверняка был без. Но и тут он не сильно нужен. И что жена не спелит. Давайте заходим. У кого что-то не хватает, если что, пишите. Я не шарю, что диспелить.
Значит, пусть лучше шаман останется. Давайте, заходим, бьем. Упс. Что, мне зайти вместо шамана? Не надо. Здесь лучше. РДДшниками. Маленького бей. Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? И каст уже сбиваем. Стоим на этой стороне. Сейчас пройдет, пойдем налево. Иди уже. Мы без приручалки. Да, четкие мобы. Прям каст чат. Кастер, убейте, пожалуйста. Кто он там еще хилит? Она нет уже. Ну, вообще печаль. Самоцвет надо же. Это потом выпьем. Хотя... Все равно пылить надо было. Идите по краям. Ударьте бабус. Какой? Бля, не успели. Еле, по-моему. Зато шамана оставили на арене. Да, балбес? Че, даже мучу? Да. В одну точку вставайте под ноги боссу, нормально будет. Сейчас убьет нас всех. Балбес, просто выходите без мага. Магом там чуть помедленнее урон. Давай я сейчас пойду, я на арене бегала иду. А шаман он просто диспелит и каст сбивает пробудителем. Давайте, пойдемся в одну кучку. Тут тумасрез не дашь особо, потому что тут мобы будут. Хотя, если по воротам отойти, можно попробовать. Блять, он нас убить не может. Ты хоть знаешь, что значит драка? Ты хоть знаешь, что значит драка? Убожество. Реги подаются у моба, который здесь чинится в начале.
почти для всех. Или для всех продаются эги. А что вы любили? Не успели перевести. Да не, я не про то. Два тела, что лежат? Ой. Олень бежать? Сейчас я с вами пойду третьим дамагером. Давайте без АФК в то время, когда это не нужно. А то мы сейчас затянем. Я затягивать не хочу. А то почти каждый арт получается, что сначала люди 300 лет идут, либо не могут. Они не могут кастануть. Получается, что мы затягиваем. За место 3 часов сидим здесь больше. Где там цемент? Ну так ты же резнуть не можешь. Уже и масс-рез появился в гильдии. Нас 3 человека могут резать. Я лока резну. Ну, кроме инженеров. У меня раньше было по 5 штучек. Давайте бафаемся по-быстрому. Пойдем. Фоне кинь мне моноген. Мне. Блять, я на этом боссе просяду, понимаешь? Блять, почему? Вот смотри, вот с моногеном тебе дается около 100 МП5 без моногена. У нас нету класса, который дает моноген. Уверен. Смотри, моноген. Пожалуйста, тоже, а не каски. Я просто смотрю бафы. Сейчас давайте перечислю классы, спеки, которые дают моноген МП5. Давай. Шаман. Сурф, Ред, Паул, ШП, Фростмаг, Дестерлок. Ни одного нету. Ты, ну, как бы, ребята, я все, конечно, понимаю, это все круто. Бафуют люди каску 8%, ты бафишь 10%. Они просят кулак и крест, тебе сложно это дать. На ДКшников. Когда вы прочитаете, что с тотемом на ману, блять, не стакается крест, можете ответ попаться, пожалуйста. Хорошо, кулак. Можно тогда по миликам дать, а не без бафа все эти не каску, если у нас 8% есть. Да, как плохи будет. Ну что, тотем ставит на ману, что ли, на 5? Он только на группу работает. Ну да, там двум ДК и Роги нужен МП5 очень сильно. Я помню вас. Это было в горах. Но вы... Что это? Если он, конечно, на группу работает. Ладно, забей на секрет. Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить.
Налево, налево, налево. Мелко сначала. Направо. Налево. Засмотрелся. Не отступать! Уничтожить их! Когда мелкого подводите под вот этого большого, у него хп больше становится. По бокам. Вы решили бросить 12 ярдов. Я сокрушу вас всех. Это невозможно. Осторожно, ты молния. Захилься. Твоих врагов ждет единая смерть. Блять. Ключ. От молнии отойди. ДК. Или кто там? Все. Че на меня хейт? Курва. Держите мечи! Я сдаюсь! Ты не моя возлюбленная! Сгинь, нечисть! Вот источник зла, заполонившего Ульдуар! Он разрушил мое королевство, затмил разум моего брата и убил мою жену! Герои! Теперь вам предстоит отомстить за нас всех! Это будет непросто! Вам. Вы должны победить. Перчатки бои. Кому-то надо? Трине. Трине это не особо на ФДК идет. Там меткости лучше будет сейчас. Друга тебе надо она? А вот другу нормально будет на комбат.
Он же комбо так. Премного благодарен. Плечи нужны кому? Да. Да. Сейчас Фаю задушим. Пойдем на уголовно. Ай, блядь, Сторима не забрал. Трогать тебе плечи надо тоже, да? Че, Торима запустим, да? Здравствуй, малое создание. Не трогай, я потом запущу. Сейчас не нужно. Капислаты все боешки выигрывает. И пишите, если кому-то боешка надо будет. А то мало ли. Чё, пацаны, вытащите. Кому плечи надо там? Я бы взял плечи. Я тоже взял. На это на спек. Не, на мейн спек. Ты лучше на мейн забирай. Да, вот скразелька передает, как плечо от Тима нам. А из случая выйдете? Я, короче, релок сделаю, у меня пинг 700. После Фрея на Алгу пойдем. Или Мирмирона задушим тоже.
натягивает. Давайте вы курить будете, когда будет перерыв, а не когда вам захочется. А то не очень как получается. Сейчас левый пак будем бить с тех дальних. А, ну да, этих вот мелких. И пойдем налево. Опаньки. Это быстрая херня. Дриаду не надо бить, она не сагается. Ладно. А ты мага в ночную жденку будешь переводить? Зачем? Или ты на комнате? Ты же вроде делаешь квесты. Это так, чтобы открыть. А. Чем на магу отношения рожденные? Там же ерунда вообще. Для мага. Да, для мага, да. Ну, скилл не особо классный. Потом, когда реворкнут, может быть, станет лучше добавить 50%. Ну и тогда, да, там не сильно попали ночные орденных. Типа, есть расы получше будет для мага. Те же самые вульперы, допустим, да? А там какой-то есть класс, 100% крит, который дает. Не, это тоже не то. Там варианта два. Либо этот... Или в крови, либо нежить. Ну, за арту, по крайней мере. Ну, лично я считаю, реворк нужен был. Потому что раз бонусы выглядят как-то очень странно. Бля, Глебу проебал. Вот вам рыба. Поехали. Гарделька, ты где? Латы на водяном, цемент на газовом. Это вообще-то кладбище, а не цемент. Выйдите. Блин. Дерево.
Дерево. Я по щиколоткам бью. Щекочешь? Mm-hmm. Сходимся. Сила стихий! Еще не готово. Надо подождать. Инфернал кинешь же, да? Уже отходите. Но у ХП вы должны отходить сами, а не то, что я вам должен говорить там. У вас же у всех есть ХП фреймы. Сталка есть мимик? Есть у него. Забаф. Лапу дал. Где его? Мики. Каст. Стоп-каст. Там где я? Лучше их убивать. Всегда. То фрейм может забагаться и хилиться будет. До сих пор бага этот есть. Вчера буквально увидел. Субкаст. Там дерево, дерево, убить. Сейчас, возможно, будет мелкие. Стоп-кат. Где? Сойдитесь. Замедление это темп. Разбегайте. Не стойте рядом с ними. А ёп. Резать? Последний остался. Большой, наверное, будет. Резать его, не? А, сколько там БР будет? 10 минут, когда? Угу. Давай, если там перерыв будем делать. И долгого нам перевести дух. Леонар, твоей прислужнице нужна помощь. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Давайте. Где его? Можешь уже напуливать на ДД, Рук. Там твой напул дает бонус баф урона. Там на 5 секунд вроде. И бежали. Где? Я форму меняю. Сапкас. И бежали. И бежали. Вот эти тапки нужен рецепт скрафтить хочу. Все. Идите к Алгавону. Я в каше. 10 минут перерыв. Карделька дашь рецепт? Выкройку тебе нужна? Войду нужна, сапки сделать будет. Карделька. Тут звезды бить будут. Чаиши. Еще не все. В дискорде. Балбеса еще кого-то нет. Жены. Алло. Алло. Войд, ты слышишь меня?
Да, чё? Смотри, тебе нужно сейвить свой звездопад, пока не появятся звезды. Потом включишь за, ну, чтобы уешить всех. Меньше надо было сносить. И первую звезду мы тебе поможем, а там будешь бить дальше сам. А хотя, блядь, нужно будет тебе еще кидать босса, сука. Тогда я, наверное, буду бить их. Ну, ты топ депрессер. Ну, один из. Кадельку нажмите, Сумон. Сумон нажмите. Ты, конечно, быстрее раз будешь убивать, чем я их, звезды. Блин. А, там всегда дается. За этот квест. На присутствие. С женой поделись. Так. Надеюсь, что мы за час справимся. Мне в танк спехаться? А второй танк надо будет. А кто? У кого есть танк спех ДК? Вата есть. Ну давай. Ты, значит, первый будешь танчить. А потом этот. Жук, ты здесь? А, у тебя микрофон есть? А, ё-моё. Придётся мне носить. Наверное, ты будешь бить все эти звезды, потому что я медленно их буду бить. Шаман не сможет, потому что больше он босса даст. Смотрите, первую, когда звезды появляются, первую звезду, забейте себе сейчас значение клавиш, почти вниз самый картай,
Поставь этот... Бинт на мерку. На метку. Ставьте шкаф, я быстро. Назначение клавиш почти в самый низ города, там где появятся метки. Ну, нарисовано, ты заметишь. Чуть выше будет метка цели. Любую метку выбирай. Например, звезду там. Звезду. Будешь биндом ставить. Нет, не такую, это наземная метка. Тебе надо на цель. Да. Будешь марчить любую звезду. Но смотри, не любую, точнее. ПХП, которая меньше. Та звезда, у которой меньше будет ХП, ты будешь ее бить. Давай я лучше побью. Кто я? Войд. Ты 13% кидаешь урона магического. Вот, и поэтому я не хотел говорить, чтобы ты бил. Ты ж сова. Сейчас глянем, что там кидают у нас 13%. Нажмите. Гнев, звездный огонь. То есть это... А сколько у тебя примерно за 5-минутный бой с этой... с курсой твоей натикой? Глаз, который... Проклятие, что-то там... Рука. Один тик сколько? 16 тысяч? Ну если так, тогда давай так, тогда Войд будешь бить этим. Ну беска-то я на этого нарога буду кидать истерию. Он на ДК кидай. А, окей, все. Истерия стакается, если что. По две можно кинуть на одного человека? Ага. А, окей, давай. Если еще на полке не что, у тебя там так взлетит урон, что ты это отправишься в космос за этим волговодом. Вынесем его вперед ногами. Так. Тогда Войд, ты бьешь звезды. У тебя ассист есть, марчить будешь. Первую звезду мы все, когда появляется. Ты марчишь, мы все в нее свечимся, убиваем ее быстро. Нужно уметь ее быстрее, чем кара будет. Там вот, когда появятся звезды, у нас будет...